какие-то элементы из борьбы пошли. Удаление у нас будет. Удаление. Чехи в шестером и могут отложенный штраф реализовать, что и происходит. 1-0 за 5 минут 59 секунд до завершения первого периода. Шайба в активе хоккеистов. Третьей тройки здесь Марок, Ролинок и Ворачев действуют. И мы прекрасно знаем и Марока, и Ролинока. То есть скоро они выступают в чемпионате КХЛ. Ну а Якуб Ворачек, автор заброшенной шайбы, центральный нападающий этого звена из Коламбус Блю Джекетс. Давайте посмотрим, с чем был не согласен Радулов. Здесь я ничего с этой никакой позиции атаки не на вратаря не было. Не было, нет. Абсолютно. И во вратарской зоне тоже никого. 1-0.